Всем привет, друзья! Я и мой друг, он тот, который висит, мы приветствуем вас вот здесь, на этом месте козлов. Здесь раньше было очень-очень много козлов. Это находится вообще на вершине огромной горы, там очень долго идти. Я сюда пришел, чтобы снять такое эпичное видео, но практически ни одного козла не осталось, только я вам вещаю отсюда. Так о чем я хотел сегодня вам рассказать? Я хотел сегодня вам рассказать, если серьезно, поведать о очень важном принципе своем, который называется... На самом деле, я очень давно изучаю такие глубокие тематики, как все, что связано с саморазвитием на самых высоких уровнях. Видите, он тоже что-то говорит, что-то хочет сказать вам. И я пришел к тому, что сейчас я руководствуюсь таким принципом, чтобы, знаете, каждый человек, которого я в жизни встречаю, я стараюсь, чтобы после того, как произошла его встреча со мной, его жизнь немного изменилась в лучшую сторону. То есть, чтобы что-то классное произошло в его жизни. Вот, и это очень важный принцип. Нужно понимать, что, как я уже говорил, что нужно любить всех, кто находится рядом с вами. Поскольку вот, даже он и дерево, и листик, это все едино, понимаете? То есть, мы все едины, мы все находимся в одной системе. То есть, нужно это очень глубоко понимать. Каждый человек – это и есть вы. То есть, в каком-то смысле это все единое целое. И поэтому все частички, вот эти вот все, божественные, должны жить в гармонии. И поэтому я сейчас делаю так, что когда я встречаюсь с кем-то человеком, я все-таки стараюсь сделать так, чтобы улучшить каким-то образом его жизнь. То есть, сказать ему какой-то совет дать. Или как-то его ободрить, или что-то еще. И это очень круто на самом деле, потому что мы единое целое, и каждый из нас должен поддерживать это единое целое. А если вы скажете, ну это же такие мудаки, как и можно с ними вообще общаться? На самом деле мы все когда-то были мудаками, без исключения. Просто у каждого сейчас свой уровень развития, нужно это хорошо понимать. А сейчас просто у вас более высокое сознание, и нужно понимать, что те люди, которых вы так называете, они тоже скоро будут более высокого сознания. Сейчас они такие, и нужно помогать им на том уровне, на котором они сейчас находятся. То есть сейчас, когда я закрою свои вот потребности, которые у меня сейчас, цели, я буду заниматься тем, чтобы делать жизнь других людей лучше. То есть это будет у меня цель номер один. В первую очередь, конечно, ближний круг, и во вторую очередь дальних людей буду свое вот это вот влияние расширять в плане по помощи людям. То есть вот такие вот у меня планы. Поэтому я рекомендую вам с теми, с кем вы встречаетесь, старайтесь любить вообще всех и все, что вас окружает. На самом деле, это все есть вы, и это все есть Бог. Все, что вас окружает. Вот такой сегодня немножко философский совет получился. То есть, даже вот этот листик, это тоже вы, понимаете? Вот этот листик, это тоже вы. Это все одно. И нужно, чтобы каждый поддерживал. Тогда система вся вот эта вот будет шириться, расти и развиваться в любви. Поэтому, если это видео какие-то струны души вашей тронуло, ставьте пальчик вверх. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Пишите все, что вы по этому поводу думаете, там внизу в комментариях. Пока, до скорого.